друзья, до Курганского колечка, до первого нам осталось 78 километров. И, пожалуйста, у нас опять здесь реверс. Но нам повезло сегодня. Мы идем под зелененький. А нет, километр всего. Полтора с натяжкой. Прошли. Так, ну что, 6 километров мы проехали от одного реверса и уперлись в другой. Ну, постояли, правда, немножко. Опять здесь реверсивное движение, светофорчик. И до колечка остается 72 километра. Тут катают асфальты и днем, и ночью, смотрите-ка. Вот это я понимаю, строительство идет полным шагом. Ну что, правильно, пока тепло-то надо торопиться, а не когда белые мухи полетят, там уж снег класть асфальт. Так, второй это получается реверс у нас, ребятки, на трассе Челябинск-Курган. И оба они в непосредственной близости к Кургану. Друзья, ну что, подъезжаем мы к Кургану. До колечка осталось 3 километра 800 метров. И только я хотел сказать, что всю дорогу сделали, осталось вот эти два реверса в 70 километрах от Кургана. Нет, нет, ребятки, оказывается, здесь еще остался один. Но не реверс, но ремонтный участок. Приходится съезжать на сужение. Здесь вот разъезд-то какой. Не айс. Да, и тут еще вот как раз это, ребятки, как раз перед мостом участочек. Мост этот через железную дорогу. И вот такие тут заезды на новую дорожку. Я и навстречу пронесся. Грохот, наверное, и здесь слышно было. По новой разогнался, а тут сразу раз и кусок недоделанный. Да, было бы время сейчас заехал, встал бы на стояночку и лег бы отдыхать. Но 660 километров оставшиеся не дают мне покоя, то что надо еще сегодня поработать. Но время без 15.09. Ой, ну да, без 15.07. По Москве без 15.09 по местному. Еще есть время поработать. Тогда поработаем. Ну, вот и наш. Вот и наша стела курганчика. Уходим дальше на Макушкинское колечко. Знакомая нам кафешечка здесь. Абширон, как красиво украсили гирляндами. Вот прежним у нас перед вторым колечком светится кафе Светлана. Прям как огненный замок. Вспомнил я сказку про Снежную Королеву. Вот. Ее в таком ледовом королевстве, где она Каю сердце заморозила. Ладненько, сказки потом. Сегодня надо еще поработать. Не до сказок.
друзья, проезжаем мы 375 километр. И я смотрю, что здесь асфальт уже весь сделали. В прошлый рейс я возвращался обратно. Здесь еще половина, как говорится, было асфальтом покрыто новым, а половину-то нет. А нет, ребятки, походу не доделали, потому что я смотрю, впереди у нас еще реверсивный светофор красный. Практически 5 минут постояли и поехали. Сейчас посмотрим, что там за реверс. Он, скорее всего, идет выравнивающий слой. Финишные кладут, потому что грубый-то положили, уже вот его видно. А сверху еще выравнивает. Да, друзья, и днем, и ночью кладут асфальт. Реверс у нас получился с 377 километра. Наверное, по 379, да? По-моему, в тот раз я замечал уже точно. 379 кладут в финишный слой. Вот и добрались мы до Макушкинского кольца. В сторону Бердюшки повернем. Там еще остается 101 километр. Но прямо нам нельзя. Там у нас Казахстан. Тут у нас три деревни по ходу от Макушкинского кольца до Бердюжья. Все сразу стали разбегаться по стоянкам. А нам еще до Бердюшки 92 километра. Это надо часика на полтора, но поменьше, набираться терпения. У нас Абутковская закончилась, не так далеко от нее вторая деревня сейчас будет. Вторая деревня у нас Копырина, тоже небольшая по площади. Вот проезжаем по одной улице, и там, по-моему, еще с левой стороны еще конец. Третья деревня Казаркина. Здесь тоже много наших коллег собралось. И по эту сторону стоят на встречке и на стоянке все битком. Надо будет поинтересоваться, может, там кафешка вкусная, что столько народу. И именно все сюда. Друзья, посмотрите, как здесь часто озерье светится. И Мишка лапой машет. До Бердюжья еще 45 километров. Еще немножко, еще чуть-чуть. Друзья, ну что, подъезжаю я к Бердюжье. 800 метров осталось до колечка. И, наверное, я все-таки запаркуюсь уже здесь. На часах у нас без 6 минут 10 по Москве. Прошел я сегодня 881 километр. Это немного, но время позднее, и пора нам отдохнуть. На завтра останется 420 километров. Думаю, я как раз их завтра до обеда и одолею. Так что, ребятки, я с вами ненадолго прощаюсь. Сейчас посмотрю я здесь место на Газпроме. Да, в прошлый раз я здесь ночевал, очень удобно. И в этот раз я тоже думаю здесь же и заночую.
Да, друзья, место есть. Я думаю, сейчас я здесь и как раз и пристроюсь. А пока я пристраиваюсь, хочу всех поблагодарить, кто доехал со мной до конца и кто выпрыгнул на ходу, за просмотры, за хорошие комментарии и просто за отличную компанию. Ребятки, на этом на сегодня у меня все. Я с вами ненадолго прощаюсь. А завтра жду вас опять на канале, чтобы продолжить дальнейшие путешествия. У нас завтра заключительный день. Миссия невыполнима. Так что поедем завтра в Омск. И будет у нас небольшое путешествие на колесах, так как в Омске у меня 3 магазина. Прокатимся, попутешествуем. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока.